60 сантиметров. У нас бур вот этот. И отлично. Земля плотная по бокам. Глинистая. Видно, что через полметра уже глина начинается. Даже не полметра. Тут всего, наверное, плодородный слой. Сколько он тут? Сантиметров 20. Наверное, когда поливаем, держит подушка воду. Ага. Вот с этим плугом, наверное, тут нельзя ходить. Да, чтоб... Глубоко не надо. Да, чтоб глину не вывернуть. Пекло. Тут, наверное, металл, да? Да, тут он, конечно. Ширина нашей теплицы 11 метров, а длина 20. Средний конек 3,5 метра, крайний 1,5. Укрепили раскосинами. Сверху положили леса, чтобы закрепить балку. Сейчас типа есть, быстро Юля позвонит, чтобы она одевалась. На этой же такси. Временно собираем на саморез. Всю эту конструкцию мы построили только ради того, чтобы балки кинуть наверх. Теплица высокая. Получились вот такие масштабные леса, которые обычно применяют при строительстве многоэтажек. По гидроуровню выравниваем горизонт. Лишние отпиливаем. Те, которые занижены, будем поднимать их. Начинаем прибивать крайнюю. Специально средний столб выше сделали, чтобы, прибив доску, создать напряжение. Когда тяжелый снег будет лежать, по нашей задумке он не будет прогинаться, так как не даст это сделать напряженная балка.
Теперь понятно, что мы делаем? Понятно. А там в середине уже тоже, да, прокопали и поставили? Ага. А, ну, в принципе, и эти же, да, доски снимутся, поставятся? Да. Да, и мы вот это все построили, чтобы только наверх залезть. Был бы у нас кун, мы бы сразу глянь тут. Кун вообще, да, необходим в хозяйстве? Да. Ты еще с той стороны проверяй. И с той стороны доски. Вот одно и то же доски. Ты, может, толкнешь оттуда? Он сам или у него работники есть? Ну, он даже машины не вылазит. Thank you.
Это наша кошка постоянно ходит рядом с нами и заморалась. Лапы заморала. Ага, вот такая белка летяга. Ее, кстати, Белочка зовут. Да. Вот в таких условиях работает современный россиянин. Кто болеет мыслью переехать в деревню, имейте в виду, что вы будете ходить их только вот так вот. И будут орать коты вот так. Итак, мы сегодня сделали следующее. Обшили фасад раскосинами. Формировали дверной проем с одной и с другой стороны. Ну и как будто все. А вот здесь мы просчитались, допустили ошибку, и вот этот столб отошел вовнутрь.
Теперь меняем эту балку сюда, добавляем вместо нее более длинную, здесь выпрямляем вертикаль и здесь тоже, чтобы у нас стенка получилась прямая. Что там оторвешь? Ага. Здесь просто держать надо. Хорошо. Самая сложная ответственная работа – натягивание пленки. Сегодня 31 декабря, конец 2018 года. Вот мы накрыли полностью крышу. Сегодня торцы тоже накрываем. Вот так вот.
вечереет, и мы наконец-то закрыли торцы. Сегодня 2 января 2019 года. Продолжаем вбивать. Недостаток того, что приходится накрывать пленкой теплицу, состоит в том, что по холоду ее невозможно ровно натянуть. Она вся морщится, растягивается. Лучше это делать в теплую погоду, плюсовую. Но это играет роль только с эстетической стороны. А так все свои функции, конечно же, она будет выполнять. Поэтому лучше каркас строить зимой, а по возможности накрывать пленкой или весной, или даже летом, когда она будет натянута как барабан. Сейчас мы делаем двери в теплицу. Никита нарезает заготовки на дверь. Во сколько ты отметил? По 149. 148 надо. Ну и 140, или 148. Ну перепроверь, да. Подпиши. Сейчас. Обязательно надо подписывать. Вот тут подписал, правильно сделал. Да, 148. Ну-ка, давай аккуратно. Молодец, Никита, аккуратно. Ну, уже скульптор. Не зря стика работает. Или как ее, стыкали? Стыкали. Смотри, чтобы грязь не упала. Эй, скатай ее. Давай, Никита, низ. Низ, низ, отрезай. А, низ? Ну, конечно, как же еще. Петь, ты натяни, он все пришел.
Вот такая дверка получилась. Ну-ка зайди. Нормально? Получается? Надо сварить, а потом принеси ее и прям по месту уже ее закрутить. Ну а сейчас как сварить? Сколько сантиметров? Ну, запасом возьми. Главное, чтоб... Ну, 10 сантиметров. Ну, вот, вот имею в виду, что вот этот брус, он сколько? 50. Вот примерно, чтоб не меньше этого расстояния было. Сантиметров 10. Там мы на трубу намотали пленку. Будет боковое проветривание. Сейчас будем варить ограничители. Все гениальное просто.